В библиотеке имени Зырянова состоялась презентация 27-го сборника стихов шадринской поэтессы Веры Алексеевны Шаровой «Город небольшой и речка». Произведения были написаны к 360-летию со дня основания Шадринска. Своим творчеством Вера Алексеевна освещает души близких, друзей, знакомых и даже неизвестных ей людей, оказавшихся рядом в определенный период времени. Поэтому в зале старейшей библиотеки Зауралья собрались не только товарищи писательницы, но и почитатели ее творчества. Среди них певец, композитор, поэт и руководитель отдела культуры администрации города Шадринска Сергей Александрович Чернов. Вера Алексеевна для себя выбрала путь общения через поэзию. Как сказала ведущая, ведь поэзия – это часть ее души, часть ее сердца, потому что не каждому дано свои ощущения, свое миропонимание выплескивать на странице. У Веры Алексеевны слог простой. У Веры Алексеевны поэзия понятная всем. На стихи Веры Алексеевны написано много песен. На презентации прозвучали некоторые из них в исполнении Ольги Шумковой. Также поздравить поэтессу пришел заслуженный артист России, актер Шадринского драматического театра Валерий Григорьевич Мазур. Я думаю, в названиях этих сборников отражен внутренний мир Веры Алексеевны. Потому что, вот доказываю сейчас, у меня в руках это состояние души, я считаю, вот это название. Верую, люблю, надеюсь. Всю свою жизнь, я думаю. Вот, а больше же говорить-то ничего не надо о Вере Алексеевне. И второе, дорогою добра иду. Все. С самого рождения по сей день дорогой добра идет Вера Алексеевна. Валерий Григорьевич прочитал несколько стихотворений из старых сборников по просьбе писательницы. Он выбрал произведения, написанные несколько лет назад, но не утратившие свою актуальность. Стихи о России и ее могуществе. Стихотворения сопровождались восторженным «Браво!», а поздравления – букетами цветов и теплыми объятиями. В конце мероприятия каждый желающий мог подойти к Вере Алексеевне, чтобы выразить благодарность за ее талант и пожелать дальнейших успехов. Так из почитателей ее творчества выстроилась настоящая очередь. Кроме стихов Веры Алексеевны Шаровой, гости мероприятия, вдохновленные ее творчеством, прочитали произведение, посвященное писательнице. Закончилось оно строчками «Мы верим в Веру, будет новый стих». 360 лет юбилей городу Шадринску, любимому городу, где я родилась, выросла, где свое счастье нашла, друзей приобрела. Поэтому, конечно, мне очень приятно было сделать сборничек. Пусть он такой вот, как говорится, маленький сборничек о городе, но здесь о людях, ну там прочитайте, потом я вам подарю, о людях, здесь о природе нашей зауральской, красивой шадринской, о каких-то наших всяких, сказать, шадринских событиях, о наших шадринских мероприятиях, о наших шадринских заведениях. В общем, все о городе любимом. И о речке, и сети, в которой мы раньше маленькие купались.